из шапочки. Этот узорчик хорошо подходит для шапочки как мужской, так и женской. Вот видите, я связала, как бы вам так показать. В общем, шапочку вот эту с заворотиком, как сейчас очень модно любят. В общем, вот такая вот сзади заворачивается. Здесь присобранненькая хорошо. Можно, в принципе, сюда было добавить бубончик, но речь сейчас пойдет не о шапочке. Мне нравится этот узор тем, что, во-первых, он, видите, легко восстанавливается, во-вторых, он такой идет как нежной, такой ровненькой косичкой, называется патронажная резинка или патронная, как кто называет, в общем. И мне нравится то, что при сшитии шапочки, видите, здесь почти не видно шва, он как-то так взаимозаполняет этот узор. Видите, при сшитии не видно практически ничего. И я же говорю, еще раз повторюсь, мне нравится то, что узор такой унисекс. Если, допустим, черный связать подойдет для парней, вот сейчас для девушки я связала. В общем, мне нравится этот узор. Я вам сейчас покажу, как он вяжется. Очень, на самом деле, простой и легкий. Для этого нам понадобится две спицы и ниточки. Для образца я наберу 20 петель основного узора, так как раппорт узора 4 петли, и число должно делиться на 4. Я набираю 20 плюс 2 кромочные, то есть 22 петли. Короткий край ниточки к себе, вот так натягиваю, и начинаю набор петель. Кто-то набирает разными способами, я классическим беру, набираю способами, видите, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. И 2 кромочные, 21, 22. Затем начинаем вязать первый ряд. Вытаскиваем одну спицу. Первую кромочную снимаем. Вяжем 3 лицевые. 1, 2, 3. Одну, смотрите, мы снимаем нить перед работой и просто снимаем на спицу. Снова чередуем 3 лицевые. 1, 2, 3. Нить перед работой и просто снимаем. С левой на правую спицу. Снова 1, 2, 3 лицевых, нить перед работой снимаем. 1, 2, 3 лицевых, нить перед работой снимаем. 1, 2, 3 лицевых, нить перед работой снимаем. И последняя кромочная изнаночная. Я всегда вяжу изнаночную. Затем второй ряд. Первую петлю снимаем. Смотрите, та, которую мы снимали, нить перед работой, мы ее провязываем лицевой, следующую также лицевой провязываем. Теперь, смотрите, снимаем нить снова перед работой, потом лицевой, 1, 2, 3, и снова чередуем, одну снимаем, нить перед работой, 3 лицевых. Ну, смотрите, у нас должна из этих 3 лицевых быть посередине, та, которую мы снимали в первом ряду, за стеночку, в общем, нить перед работой, она у нас должна быть посередине. И дальше, те, что были в первом ряду 3 лицевые, во втором ряду они 3 изнаночные. Мы из этих 3 изнаночных вяжем 1 лицевую, следующую мы снимаем нить перед работой и третью лицевую, то есть чередуем лицевая, сняли лицевая. Затем снимаем, получается, провязывая лицевой ту петлю, которую мы снимали в первом ряду. И снова, смотрите, из 3 изнаночных первая лицевая, вторую снимаем, третья лицевая, снова лицевая, лицевая, снимаем нить перед работой, лицевая и кромочная изнаночная. Принцип, на самом деле, очень простой, главное понять. Смотрите, первую кромочную снимаем. Теперь у нас здесь, если вы обратите внимание, увидите, уже идут как более
Три изнаночная лицевая. То есть здесь очень это четко видно. Я вам как объясняла, должна быть вот эта та, что одна лицевая, должны ее две вокруг изнаночные тоже быть лицевой. Вот смотрите, провязываем лицевую, ее также лицевой, лицевой следующую. Та, что посередине изнаночная, мы ее снимаем нить перед работой. И снова 3 лицевых. Одна снимаем. 3 лицевых. Одна снимаем. Обязательно следите, чтобы нить была перед работой. Это обязательно, потому что она как своего рода делает такую воздушную петлю, чтобы косичка была красивенькая. Снова 3 лицевых. Одну снимаем. 3 лицевых. Снимаем. И изнаночная. На самом деле эта резинка очень красивая, и мне нравится то, что она двухсторонняя. То есть при вязании, допустим, какой-нибудь двухсторонней шапочки, или, ну, чтобы изнанка была действительно красивая, то вот этот узор очень довольно-таки красивый и простой. Он на самом деле очень красивый. Мне нравится то, что резинка восстанавливается. То есть она не выглядит как обычная 1 на 1, 2 на 2. Она такая своего рода колосочками. Вы сейчас увидите. Смотрите, мы довяжем первая кромочная, снова та, что была снята в предыдущем ряде, вот мы ее лицевой вяжем. Следующую также лицевой, потому что вокруг нее должны быть лицевые, не так как первая кромочная, то мы ее заменяем лицевой. Снимаем, снова 1, 2, 3 лицевых, смотрите, снова вокруг косички 2 лицевые. Теперь снимаем. Снова 1, 2, 3, четвертую снимаем. 1, 2, 3, четвертую снимаем. 1, 2, 3, четвертую снимаем. 1 провязываем, изнаночную, последнюю кромочную. Снова кромочную снимаем первую. Снова вокруг косички 1, 2, 3 провязываем лицевой, одну снимаем, 1, 2, 3 лицевой, одну снимаем, 1, 2, 3 лицевой, одна изнаночная, которая снимаем ее, просто как бы делаем такой, я же говорю, не перед работой, как своего рода такой накид перед петлей. Снова 1, 2, 3 провязываем лицевой, накид перед петлей. Не провязывая, 1, 2, 3, снова накид перед петлей и изнаночная конечная. Сейчас вы можете уже увидеть у себя перед работой, и у меня, вот смотрите, своего рода такие как колоски пшеницы получаются, потому что посредине такой косичка, а здесь такие как вот зернышки, вот колоски. В общем, очень мне нравится эта резиночка. Жарю патронная, патронажник, кто как вообще называет, кто, кому как нравится, ну, это в народе прозвали, потому что своего рода как снаряды, патроны, видите, с обоих сторон, вот я одной стороной держу, и вот держу второй, в общем, абсолютно идентичная резинка, идентичный вид, вот. Ну и снова провяжем, давайте несколько рядочков, в общем, первая, кромочная. Главное понять принцип, то что между двумя лицевыми должна быть лицевая косичка, вот эта колосок основная. Затем та, которая снимается нить перед работой, идет на следующую сторону колоском воздушным, таким красивым. Снова 3 лицевых, 1, 2, 3. Снова такая непровязанная изнаночная снятая, вот видите, снова для воздушного колоска. И снова 1, 2, 3, колосок делаем, 1, 2, 3, снимаем нить провязанной. Нить перед работой обязательно смотрите, от этого зависит, какая красивая у вас косичка будет с другой стороны. Снова 1, 2, 3, и провязываем. В общем, я дальше вязать не буду. Дальше посмотрите, в общем, получается вот такая вот красивая косичка. В общем, ровных вам петелек, да? И всего доброго, до новых встреч!